Вчера, 4 июля, на стадионе Кашхабльской школы номер 2 прошел турнир по футболу памяти бывшего директора ДЮС США Азамата Схатбиевича Гержанукова. На открытии мероприятия присутствовали глава Кашхабльского сельского поселения Мурат Курашинов, директор детской и юношеской спортивной школы Беслан Дохов, друзья и близкие Азамата Гержанукова. Сегодня мы проводим турнир в памяти бывшего директора Кашхабльской детской юношеской спортивной школы Агержнокова Азамата Схатбиевича. У нас сегодня присутствует 6 команд. Это с Республики Адыгея и с Краснодарского края. Что я всем хочу пожелать? Успехов, удачи, здоровья всем. Спасибо огромное тем командам, которые откликнулись на нашу просьбу и приехали сюда. Хочу спасибо сказать тем людям, которые помогли провести этот турнир. Родственникам, друзьям, администрации Кашхабльского района, администрации сельского поселения. Огромное спасибо всем. Сейчас хочу предоставить слово директору Кашхабльской детской юношеской спортивной школы Дохову Беслану Хасеновичу. Добрый день всем. Мы этот турнир проводим не первый раз. К сожалению, проводится этот в памяти Агержанукова Азамата Схатбиевича. Светлая память ему. Вам хочу пожелать хорошей игры, без травм, чтобы все было по-честному. У нас учреждены призы за первое место, кубок, медали, грамоты и денежный приз в размере 5000 за первое место. За второе место кубок, медали, грамоты и 3000 денежный приз. И за третье место также кубок, медали и грамоты и денежный приз в размере 2000 рублей. Я хочу предоставить слово брату Азамата Схатбиевича. Добрый день всем. Спасибо большое, что приехали. Так получилось. Память моего брата. Он младше был намного при том. Всем добрый путь. Пусть победит дружба. Спасибо. Слово предоставляется главе сельского поселения Мурату Курашинову. Добрый день всем гостям, участникам соревнований. Азамат Схатбиевич был для нас не только директором, но и старшим братом. Это человек, на которого всегда можно было положиться, пример для нас. И мне посчастливилось самому играть с ним на этом же футбольном поле. Пока мы есть, пока этот турнир будет, память о нем всегда будет жива. Всем вам пожелаю удачи, без травм, пусть победит сильнейший. Спасибо. География участников турнира разнообразна. В соревнованиях приняло участие 6 команд из города Адыгейск, Красногвардейского, Шавгеновского и Кашхабльского районов, аула Уляп, города Курганинск. И команда девочек тренера Руслана Исупова. После жеребьевки команды были поделены на 2 группы. Все игры соревнований проходили при большом эмоциональном накале. Команды стремились показать все свое мастерство и обыграть соперника. По итогам игр чемпионом турнира стала команда из города Курганинск. Второе место завоевала команда аула Уляп. И третье место у команды Нур Кашхабльского района. Чемпионы и призеры были награждены кубком, медалями, грамотами и денежными призами. Также статуэткой и денежным призом были награждены в номинации «Лучший вратарь», «Лучший нападающий» и «Лучший полузащитник». Финансирование турнира было осуществлено Кашхабльским сельским поселением, детской юношеской спортивной школой, друзьями и близкими Азамата Гержанукова.